Ну привет, друзья. Попробуем так поснимать. Просто нужно показывать, как бы хотел показать. Включил навигацию другую. Чтобы сейчас надо будет срезать нам, если получится. А нет, голяк. Нельзя. Значит, будем ехать прямо. Разгоняемся максимально. Через 600 метров сверните на съезд направо. Да. Закрыт. К сожалению. Ладно, тогда, когда выйду с автобана, тогда поснимаем. Сюда нельзя. Затем поверните направо. Так, продолжим. Короче, сейчас съезжаю с автобана. 27 километров до точки, где нам надо оставить прицеп. Через 3 километра сверните на съезд направо. И покажу вам, как набирать баллы. Вот здесь. Я надеюсь, вам видно. Я сейчас проехал. Более короткий маршрут через 33,2. Высоко... Нет, спасибо. Я проехал километров 30-40 и пару раз затормозил. Вот набрал 100% результат. Предвидение ситуации, эффективность, расход. Видите, 18,1. Надеюсь, видно. Так, ну мы сейчас собьем, чтобы вам показать заново, как их набирать, эти баллы. 100% сбросить! Так, 0. Итак, это баллы, что, как получается, экономное вождение. Чтобы экономить тормоза, экономить топливо. Здесь... Две шкалы, три. Ну, расход топлива от вас мало зависит, но зависит, конечно, не давить на газ там сильно, не разгоняться потом по тормозам. Предвидение ситуации — это накат получается, то есть перед поворотом вы должны, ну, вот сейчас 1,3 километра. Давай я сделаю так. Вручную выключаем автопилот, будем без автопилота. То есть давлю на газ, едем. И когда уже вижу, что там вот 950 метров. То есть нам нужен, чтобы не резко перед поворотом давить на тормоз, а... Через 600 метров сверните на съезд направо. Вот я уже отпустил газ. Идеальная ситуация, когда на километров 10-15 накатом вы скинете газ. Ну, сейчас посмотрим, сколько даст. Сейчас мы просто катимся. А перед поворотом сверните на съезд направо. Уже можно ретардой, эффективность торможения. Вот ретардой. И получается, мы на тормоз вообще не нажали. Через 300 метров поверните направо. Спокойненько себе зашли в поворот. Конечно, медленно. Ну ладно, давайте надавим чуть на тормоза. И что нам показало? Показало эффективность торможения 100%, а накат не засчитало. Почему-то. Поверните направо. Опять же ретардой. И в конце только уже, когда меньше 15-20 км в час. Вот. А сейчас накат засчитало, но 90. Так, короче. Теперь поверните налево. Так, эту мы выключим. И сейчас будут круги, будут
светофоры и будем набирать баллы. Ну, пока уже неплохо, смотрите. Предвидение ситуации – это вообще проблема вечная. Потому что ее предвидеть не всегда получается, а часто вообще не получается. То резко впереди затормозили, то желтый загорелся, и как бы... Если не спешить, медленно ехать, так. Вот, еду я пустой, но с пустым прицепом и еще одноосный, то есть он легкий, поэтому такой расход. Вот, двадцатник, а было вообще 18. Так, что-то я слишком медленно еду. Медленно, чтобы резко не тормозить. И плюс здесь переезд. Ну, вроде нормальный. О, даже мы его не почувствовали. Вот такой в Германии железнодорожный переезд. Едем 70 по знакам. Для фур по националкам, как я понял, 60. Плюс 10. Плюс 9. И вообще лучше больше 10 не нарушать, потому что штрафы большие, ну штрафы штрафами, но баллы. А вот это, походу, не знаю, если это, но обычно в таких будках подруги сидят. Через 600 метров ждут клиентов. Вот, она нам сказала про круг, я уже с газа убрал ногу. Просто катимся. Включаем ретардочку. В первом положении пустой очень хорошо тормозит. Ну вот второе можно положение. Когда полный, третьего не хватает. Так, на тормоз не нажали. Так, итак, эффективность показала 5, а предвидение ситуации опять не засчитала. Я не знаю, как она засчитывает, блин, это предвидение. Ну, как бы я знаю, что это накат. Но видно, когда долго наката или что, почему она не засчитывает мне. Я, блин, качусь. Ну вот, если у вас будет 90... Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Давай сделаем накат поближе к повороту. Вот, сейчас отпускаем. Ну, блин. Опять тормозами не воспользовались. Ой, ё-моё, что это так? Я выехал. Опа, предвидение 4 галочки поставило и ухудшило нам баллы. Общий балл 93 уже. Это, ну я, ну да, я сейчас наката не очень много сделал. Плюс... Рисковато затормозил. 60. Зеленый. Вот, нормально. Но 4 галочки накат опять. 90 баллов. Ах. О, накат. 5 галочек.
Ну, вот так и набираются баллы, и со временем оно все как бы уже вначале прыгает через туда. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Прыгает 92, 95, 80. Если резко я сейчас заторможу, у меня вообще ухудшится. Но со временем уже оно приходит к общему, так как бы. Показывает, на что ты на самом деле способен. Ну, у меня обычно в начале недели хорошо, как бы я стараюсь, а в конце... Но это, я говорю, в пробках, в больших городах, там все равно газ, тормоз, и вот так аккуратно все делать, не спеша. Ну, можно, люди ездят по 90. И еще видят, сколько вы, какой вы мастер своего дела. Есть люди, катаются по 20 лет на фурах, а у них 40%. 40%, значит, они не пользуются ретардой или там накатом, то есть газ, тормоз разгоняются, но им все равно, знаете, как раньше на КамАЗе, плюс газ, тормоз. Ладно, не хочу никого обидеть, если что. Это красные дорожки велосипедные у нас. Ну вот так как-то набираются баллы. Я сейчас оставлю прицеп и поеду домой. Без прицепа уже до понедельника. Или может воскресенье вечером. Посмотрим. Сегодня как бы запрет езды на некоторых землях. И вот как бы я до сюда доехал как бы без запретов, а вот на этой земле запрет. Но уже мне до дома осталось здесь 40 километров и стоять целый день. Я решил рискнуть поехать. Смотрю, не я один такой герой. По автобану куча фур едет. Ну, не куча, конечно, меньше, чем обычно, но едут. Так что в четверг в обед уже буду дома. Вот так, ретарда, видите, три положения. Здесь можно переключать кнопочка, вот. Вот сюда, если смотреть. Автомат эко. Вот она сразу переключилась на передачу меньше. Типа спортивный режим. И мануалка. То есть вверх рычаг, вниз 11-е, вот вам, вверх 12-е. То есть можно переключаться в мануальном режиме, то есть как с кочергой. В последнем DAFE намного лучше коробка стала, в этом обновленном быстрее работает, все четенько, в том были торможения, в этом уже все отлично. И все, а здесь поворотники, дворники, сигнал. Да, почем топливо сегодня? Я просто в шоке. Рубль 50, пацаны, ну это уже вообще издевательство. Люди вообще. Сейчас будет тяжко всем перевозчикам, полякам, немцам, если не поднимут цены на перевозки, то будет печаль. И плюс он мне подсказки всегда, то есть включите круиз, будет экономней, или там
тормозить ретарды будет, вы будете беречь. Ну, есть у него подсказки он. Плюс в гору, когда заезжаешь, он скидывает скорость, чтобы уже там до 80 скидывает, потому что все равно, когда с горы начнет разгоняться, и чтобы не тратить топливо, забраться в гору, если можно чуть-чуть раньше скинуть, и он все равно уже докатится до вершины и начнет вниз спускаться. То есть на экономии топлива, но... А топливо все растет и растет. Производители борются за каждый литр. А они херачи подняли на 20% топлива. Ну и все. Все старания производителей коту под хвост. Типа это DAF новый на 7% экономнее, чем лошадки такие толстенькие. Радар контроля. Окей, радар. Так, радар. Так, ну давайте сейчас еще будет пару кругов. Пока у нас 90 баллов, 90% это очень-очень неплохо, если так 90 иметь. У меня было, я ездил 90, потом падало до 80, и вот так обычно 85, так, 80, иногда чуть меньше. А иногда вообще лень. Ну не то, что лень, просто... каких-то пробках, знаете, разгоняешься до 40 и давишь на тормоз, потому что ретардой только-только разогнался, пока ее включишь, уже надо тормозить. Не всегда получается вот идеально прям. Это плюс, когда дождь. Вот я сейчас был дождь, сильный ветер, а у меня прицеп легкий. То есть и я ретардой может очень сильно занести дождь, в скользкую погоду. Если пустой, то вообще ретарды желательно не пользоваться в повороте, может, потому что ретарда тормозит только колесами грузовика, а не прицепа. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Прицеп может догнать. Ну, сейчас накатом еду. Смотрите, как классно поворотная ось. Хоп, она едет. Прям как на легковой. Не обязательно закладывать виражи сильные. Она, прицеп едет за тобой. Так, чуть-чуть поднялись у нас баллы. Предвидение поднялось. Вот так, пацаны, можете в Евротрак симулятор баллы набирать. Хоть здесь какая-то парковка для какого-то мероприятия. Видно, что праздник. Так, тишина. Сейчас пойдем и мы отдыхать. Скинем прицеп. Коробку я показывал. Навигация. Ну, навигация, смотрите. Тут я не знаю, если показывал. Навигация. Плюс там вот, блин, светит солнце. Настройки, Bluetooth, аудио, грузовика настройки. Радио можно настроить. Флешка вставляется сюда. У меня здесь AUX кабель. Зарядка. Это круизы, кнопки круиза. Здесь телефон, звук.
все удобно, все классно, DAF вообще. Хорошая тачка, не знаю, сколько... Я уже почти на всех покатался, посидел. DAF это крепкий середнячок. Цена-качество. Полицейские. Сейчас меня остановят. Нет? Скажет, все отдыхают, бухают пиво, а ты? А ты работаешь, ездишь. А, вроде погнали дальше. Скажу, ну я же тоже хочу отдыхать, я еду домой. Вы отдыхаете? Ну, вы не отдыхаете. Я тоже не хочу сидеть в кабине, я хочу ехать домой и отдыхать, как все нормальные люди, как настоящие немцы. Ладно, вот такой был видосик, вроде как бы. Если понравилось, ну, я думаю, найдутся сейчас. Во, вот так, супер, так круто. Ну, сколько лошадок эти одетые. Так круто, но я лично, когда, я не знаю, как у меня получится, но когда смотрел некоторых, у меня голова начинает кружиться, то есть, когда дергается камера сильно, поворачивает головой. Ну, посмотрим. Ну, будем менять. И так. Посмотрим. Это коровки у нас здесь. Или бычки. Пасутся. Через 500 метров. Давай, еще одно. Движение прямо. Торможение. А, продолжать движение прямо. Значит, не будет. Ну, есть светофор. Так что, если мы сейчас разогнались, а он красный, надо было давить резко на тормоз, но вообще нету. Это-то... Продолжайте движение прямо. О, друг. А нам не надо прямо, нам сюда надо, надо сюда. Почему ты меня ведешь прямо? Я же знаю, что сюда. Вот, смотрите, как дж-дж, все. 83. Так, смотрим. Вот. Все, попортили нам баллы. А так бывает. Вот так и часто и бывает. Но все равно. Это исправимо. Но когда уже 40%, а там ослик. Когда 40%, 30, ой, 40, ну 30 я уже не знаю, что надо делать, я не видел на 30. Но 40, 50 это очень плохо. Я так считаю. Но знаете, что я еще, чтобы не все обижались, там вот это, на новом DAF-е, вот этом, типа седьмом, как я его называю. Мне кажется, что баллы считаются более легко набирать их. Потому что на шестом DAF-е очень трудно. Там реально баллы портятся. Даже у меня 60 было, там даже иногда и меньше. А на этом можно держать 80-75. Как-то они пересчитали, я думаю. Потому что там было слишком жестоко. Там, чтобы был высокий балл, надо было постараться. Что у меня не получалось. Плиточка, все красиво, осень. Люди уже готовятся к зиме. А, шикарно. Поеду я сейчас домой. Подключил себе телевидение. Все российские каналы. Discovery, Евроспорт. Все на русском. У меня даже в Молдавии не было столько русских каналов. Но это я сделал с помощью приставки.
с Китая заказал, и там через интернет это все. И очень классно, и в миллион раз не нужны никакие спутники, кабеля, ничего. Приставочку себе купил, и все каналы, реально. За... Есть разные, но я себе взял это Эдем ТВ, $1 в месяц. И все. Там около 500 каналов. Или 700. В HD, как хотите. Ну, надо интернет более-менее хороший. Поэтому я и хотел интернет получше, чтобы меня не тормозили HD-каналы. Ну, вроде как нормик. Так, это я уже далеко заехал. Все, пацаны. Давайте лайки ставьте, а то чтобы больше людей смотрело. Все, пока.